Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Полина Лобанова и Таня Графова не понесли никакого наказания за то, что измазали Диму Талыбова зеленкой. Дима расстроился, но не покинул проект, как обещал. Он просто ушел в отпуск. Недавний эфир возмутил зрителей. Алексей Чайчиц и три новенькие участницы позировали голыми для фотосессии журнала «Дом-2». В процессе съемки Таня Графова сняла с Алексея накидку, и он оказался голым. Диму Дмитренко после расставания с Ольгой Рапунцель поддерживают очень многие бывшие участники. С Димой встретился и Петр Шепель. Он пишет: «Настроение у Димы отличное, планов много, он молодец. О приходе на проект не помышляет. Он прям помолодел». Ольга Рапунцель решила в срочном порядке юридически оформить на себя бренд «Рапунцель», чтобы в ближайшем будущем создавать линию одежды для будущих мам и детей. Она ищет дизайнера, который сделает ей логотип, и художника, чтобы тот нарисовал первую коллекцию одежды. В недавнем эфире наблюдательные телезрители разглядели на тумбочке Ольги странный предмет. Больше всего он похож на игрушку для любовных утех. Но некоторые считают, что это не вибратор, а щетка-липучка или зонтик. Тимур Гарафутдинов интересуется мнением своих подписчиков. Он пишет: «Меня часто спрашивают, вернусь ли я на Дом-2. Есть даже такие, кто перестал смотреть проект после того, как я ушел. Как вы считаете, возвращаться мне или не стоит?» Рита Агибалова купила живую игрушку своим детям. Собаку назвали Ежевичка. Женя Феофилактова отметила 32-летие в кругу близких людей. К этой дате она купила себе квартиру за 10 миллионов. Эти деньги она накопила и заработала сама. Недвижимость была выбрана, исходя из потребностей сына. Рядом имеется лес, озеро, пляж, школа и поликлиника. Находится квартира на юго-западе столицы, в жилом комплексе Рассказово. Антон Гусев и Вика Романец отдыхают в Турции. Подписчики сравнили снимки Антона в его блоге со снимками в блоге Вики. На своей странице он выглядит мужчиной с шикарным телом, но на странице Вики он совсем другой, слишком худой и хилый. Абсолютно та же самая ситуация и с фотографиями Вики. На своих снимках она стройная и красивая, а в блоге Антона как будто совсем другая девушка. Женя Руднев шокировал своим внешним видом. После того, как он ушел с проекта, он превратился в брутального качка и совсем не похож на себя прежнего. По сети поползли слухи, что дочка Таты и Валеры Блюменкранца растет копией Алексея Секирина. Некоторое время назад у них была любовная связь, и страстные поцелуи парочки не обсуждал только ленивый. А преданные фанаты, напротив, убеждены в сходстве Беатрис с Валерой. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.